Всем огромный привет! Я сегодня нахожусь в магазине Леруа Мерлен, это город Ульяновск. Покажу вам новинки, а также полезные товары для дома. Появились очень классные настольные часы. Посмотрите, как они круто смотрятся. Внутри находится полочка, в которой можно расставить какой-то декор. Часы есть белого и черного цвета. Цена 1250 рублей. В магазине Леруа Мерлен появилась еще одна новинка. Очень классный набор из двух кофейных столиков. Так они выглядят. Размер столиков 35 на 40 сантиметров и 39 на 45 сантиметров. Основание изготовлено из металла, а столешница из МДФ. Изготовитель – Китай. Металлическое основание этих столиков черного цвета, а столешница светлая, цена 5890 рублей. Покажу вам также, какие есть в наличии зеркала. Вот эти прямо в пол, очень высокие, в белой раме. Размер зеркала 40 на 160 сантиметров. Производитель Россия, Нижний Новгород. Цена 2788 рублей. Еще один вариант зеркала, но оно уже настенное, причем оно идет уже с 5 крючками. Рама у него черная, крючки золотистого цвета. Размер зеркала 51 на 71 сантиметр, цена 4390. Покажу вам также еще и подставку-держатель для ювелирных украшений. Эта подставка идет уже с зеркалом, она золотистого цвета. Цена 590 рублей. А еще есть вот такого вида зеркало. Оно идет уже с полочкой с металлической внизу. Вот видите. Цена 890 рублей. Сама рамка золотистого цвета. Зеркало овальное в металлической рамке золотистого цвета. Выглядит очень, кстати, красиво. Размер зеркала 56 на 40 сантиметров. Цена 1890 рублей. Вы только посмотрите, какая красота. Здесь в ассортименте есть искусственные растения в керамических горшочках. Стоят они 535 рублей. Еще один вариант, тоже очень нежно смотрится. Стоимость 424 рубля. Искусственные растения в горшочке. Диаметр горшка 7 см, высота растения 16 см, цена 255. А также есть в ассортименте искусственные суккуленты. Смотрите, как они красиво смотрятся в разных горшочках. В шестиугольных вот таких горшочках стоят 213 рублей. Они прям малюсенькие. А есть еще в круглых горшках, они по 198 рублей. Есть еще очень приятный декор. Смотрите, это искусственное растение в стеклянной вазе. Размер этой вазочки 5,5 на 6,5 см, цена 186. Из искусственных растений здесь также есть декоративные веточки папоротника. Они стоят 37 рублей, в наличии их очень много. Также есть лаванда. Кстати, она очень красиво смотрится, прям как натуральная лаванда. Веточка стоит 123 рубля. Также есть веточки хмеля. Они здесь желто-розового цвета. Цена 151 рубль. Даже веточки пальмы здесь есть, зеленого цвета. И здесь тоже в наличии очень много, стоимость 185 рублей. Смотрите, в наличии даже есть декоративные веточки степной травы. Она стоит 241 рубль, наверное, самая дорогая. Часы настенные, круглые, посмотрите, какие они толстые. Диаметр этих часов 33 сантиметра, изготовлены из МДФ, ДВП и стекла. Фирма «Атмосфера», цена 495 рублей. Эти часы очень похожи на предыдущий вариант, но здесь они уже с зелеными листьями. Диаметр этих часов 30 сантиметров, стоимость 540 рублей. Фоторамка для двух фотографий размером 10 на 15. Фоторамка черного цвета, цена 244 рубля. И мне очень понравились вот эти фоторамки. Это прям действительно такая рамка, как для портрета. Кстати, ее можно и повесить, и поставить. Она для фотографии 10 на 15, цена 213 рублей. Точно такие же фоторамки есть для фотографий размером 15 на 20 сантиметров. Цена 280 рублей. Они есть еще и в золотистом цвете. Фоторамка для фотографии размером 15 на 20 сантиметров стоит 280 рублей. И есть такая же фоторамка для фотографий размером 21 на 29,7 сантиметров, цена 392 рубля. Часы настенные, называются флагман. Диаметр этих часов 38,5 сантиметров, толщина 5 сантиметров, цена 1001 рубль. Также есть вот такие часы настольные, они с будильником. Цена 606 рублей, в наличии есть 3 цвета. Размер часов 9 на 9 сантиметров. Изготовлены они из пластика и стекла. Производитель Китай. Очень симпатичные будильнички.
Еще одни настенные часы диаметром 21 сантиметр. Изготовитель «Атмосфера», Китай. Цена 540 рублей. И покажу вам еще вот такой вариант, тоже очень интересный, в виде домика. В наличии здесь есть три расцветки, стоят они 595 рублей. Часы размером 30 на 5 на 37 сантиметров. Также в продаже здесь есть гладильная доска Nika. Сейчас она очень дешевая, кстати. Она на металл-каркасе с электрическим соединителем. Длина провода 1,5 метра. У этой доски два положения высоты. Размеры 112 на 34,5. Изготовлена она в России. Цена 1063 рубля. В магазине Leroy Merlin появилась новинка. Это новая корзина для хранения с ручками. Цена 1283 рубля. Называется она Handy Home. Удобное хранение, высокое качество. Размер 30 на 30 на 25 сантиметров. Светло-бежевого цвета. Производитель Китай. А еще есть корзины стеллажные, плетеные. В наличии три расцветки, они с чехлами. Стоимость 1098 рублей. Размер корзины 40 на 31 на 17 сантиметров. Материал ива и ткань. Эти корзины чуть меньше по размеру, но они точно так же идут с чехлами. И в наличии есть три расцветки. Цена 697 рублей. Смотрите, в каком большом ассортименте есть сумочки. Они мягкие. Сумка называется Дайкири. Она предназначена для мелочей. Размер М, цена 151 рубль. Покажу вам поближе, как она выглядит. Вообще очень круто. Можно хоть за покупками, хоть на пляж. Есть также еще и меньше варианты. Такие маленькие совсем. По цвету тоже их очень-очень много. Цена 42 рубля. Контейнеры для хранения с крышкой на защелках и с ручками. Эти контейнеры с декором объемом 10 литров. Цена 198 рублей. Также есть деревянные ящики, это хвоя. Ящик прямоугольной формы с ручками. Размер ящика 31 на 23 на 15 сантиметров. Цена 374 рубля. А это короб-лоток для хранения. Изготовлен он из бамбука. Размер 16 на 15 сантиметров, высота 4,5 сантиметра. Изготовитель Китай. По заказу Leroy Merlin. Цена 248 рублей. Есть лоточки поменьше размером. Изготовлен также из бамбука. Размер 7,3 на 15,9 на 4,5. Такие. Стоимость 144 рубля. И есть целый набор лоточков. Здесь их 4 штуки. Все они разного размера. Размеры здесь указаны, какие есть в наличии в наборе. Изготовлены они тоже из бамбука. Покажу вам, как все это будет в собранном виде выглядеть. Цена набора 875 рублей. В продаже также есть вот такие массажные рукавицы. Они двухсторонние. Размер рукавички 12 на 19 сантиметров в составе полиэтилен. С антицеллюлитным эффектом. Признаки целлюлита становятся менее выраженными, поверхность кожи становится гладкой и упругой. Изготовитель Россия, город Санкт-Петербург. В наличии есть две расцветки, цена 118 рублей. А еще есть вот такая мочалка-брикет из сизаля, жесткая, с антицеллюлитным эффектом. Одевается на руку, тоже как рукавичка. Цена 148 рублей. В ассортименте есть банное махровое полотенце, стоит оно 990 рублей. Оно изготовлено из 100% хлопка. Размер полотенца 100 на 150 сантиметров. В большом ассортименте появились декоративные подушки, очень классные. Подушки размером 40 на 40 сантиметров. И их здесь очень-очень много. Цена 607 рублей. А детские подушки фигурками уже стоят 1017 рублей, они здесь тоже в ассортименте. В Leroy Merlin появилась термоскатерть прямоугольная. Она есть вот в таком серебристом цвете и в золотистом. Размер 80 на 120 сантиметров, цена 602 рубля. В ассортименте есть галеты на стул, они с завязками, размером 38 на 38 сантиметров, цена 147 рублей. Также есть еще и сидушки на стул, называются они бархат, размером 40 на 38 сантиметров, цена 370. Подушка декоративная, называется геометрик, размером 45 на 45 сантиметров, стоимость 536 рублей. Также есть пледы Торрента, 120 на 150 сантиметров, флис в ассортименте, цена 287 рублей. Много постельного белья, это белье двухспальное, стоимость 2375 рублей и 2168 рублей. Комплекты постельного белья, ткань называется сатин,
В комплект входит пододеяльник размером 175 на 210 см на пуговицах, простыня 180 на 215 и две наволочки размером 50 на 70. Также есть в ассортименте полутораспальные комплекты постельного белья, они стоят 1550 рублей. В составе 100% хлопок входит в состав пододеяльник размером 175 на 210, простыня 180 на 215 и две наволочки размером 50 на 70. В составе 100% хлопок. Производитель Пакистан. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся с вами, как всегда, очень скоро. Всем пока-пока!